Добрый день. В эфире новости на телеканале CBC, в студии Тели Гусейнзаде. Вначале коротко о главном. Любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена. Министерство обороны распространило заявление в связи с концентрацией войск вооруженных сил Армении на условно-армяно-азербайджанской границе. Мартовский геноцид 1918 года, Ходжалинский геноцид 1992 года по своей жестокости и масштабам являются одними из самых кровавых трагедий в истории человечества. В Азербайджане чтят память жертв геноцидов, учиненных армянами. В Турции начались муниципальные выборы, в ходе которых будут избраны мэры 30 крупнейших городов. По данным Центра избиркома, в голосовании примет участие свыше 61 миллиона избирателей по всей стране. Ввиду масштабных паводков в некоторых областях Казахстана эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В спасательных операциях задействовано более 6 тысяч единиц живой силы и около 3 тысяч единиц техники. В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении. Как сообщает Минобороны Азербайджана, в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной. Достигла высокой отметки агрессивная риторика против страны, возросло количество подстрекательной информации, служащий обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации. Ведомство предупреждает, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией. Вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей, подчеркнули в МИД. Но ситуацию обсудим с Азарем Мамедовым, кандидатом юридических наук. Здравствуйте, добрый день, Азарем Алим. Добрый день, Телихан. Ну вот, к сожалению, мы видим, как в последнее время в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной. И также достигла высокой отметки и агрессивная риторика против Азербайджана. Как вы считаете, к чему все это ведет? И, может быть, армянская сторона к чему-то готовится? Ну, очевидно, после 2020 года армянская сторона, особенно реваншистские силы в Армении, неоднократно заявляли, неоднократно требовали от действующей, значит, правящей верхушки Армении, что, значит, должны они готовиться к новой войне, победоносной для них, как бы, да, казалось бы, так им кажется, вернее, да. Понимаете, они главный элемент забыли в этой войне. Забыли о том, что или забыли, или сознательно забывают, что Армения все последние 30 с лишним лет по отношению к Азербайджану выступала в роли агрессора. И в 2020 году, и в сентябре 2023 года Армения вела себя как агрессор. Понимаете, и все, и в 2022 году, когда был инцидент осенью, Армения всегда провоцировала конфликт с тем, чтобы привлечь в свой, значит, на свою сторону, в свой регион, значит, западные, некоторые западные круги, политические, военно-политические круги, с тем, чтобы как будто бы, как Армении кажется, получить гарантии безопасности по отношению, значит, в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Армения не понимает, и реваншистские силы не понимают, что гарантия безопасности Армении в данном случае, это зависит только и только от нормализации отношений с Азербайджаном, с Турцией, с другими соседями. Больше ничего. Никакие другие гарантии не нужны. Сама по себе гарантия, она, в принципе, предоставлена международным правом. Международное право предоставляет эти гарантии, что ни одно государство не должно выступать в роли агрессора.
Но Армения, понимаете, хочет выступить в роли агрессора, и в то же время Армения не хочет получить международное осуждение. Почему? Потому что международные покровители, даже в лице некоторых сверхдержав, они не осуждают агрессивные действия Армении. Вот обратите внимание сами, начиная, ну, более чем 30 лет уже сегодня, известны 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые не исполняла армянская сторона. Ли хоть одно государство или кто-либо из сверхдержав применил какие-то санкции к Армении, которые бы принуждал бы Армению к исполнению этих, значит, 4 резолюций Совета Безопасности ООН. Казалось бы, куда уже выше орган, значит, международных структур, как Совет Безопасности ООН. Понимаете, это сами же сверхдержавы, порой они создают условия, при которых международное право деградирует в угоду своим сиюминутным интересам. В данном случае сиюминутные интересы, ну, Соединенных Штатов Америки и Франции, очевидно, да, но мы с вами знаем, что предстоят, значит, предстоит встреча 5 апреля руководства Армении с ответственными работниками, значит, Госдепа США и Европейского Союза. Это вот очередной шаг, очередная попытка некоторых этих зарубежных держав спровоцировать Армению на, значит, на конфликт с Азербайджаном. Понимаете, обнадеживая ложными посылами о том, что типа они будут, хотя они неоднократно заявляли, в принципе, что они выступят гарантом по отношению, гарантом безопасности Армении по отношению к со своими соседями, они в принципе выступить не могут. Но в то же время мы же с вами знаем, что есть так называемая именно в кавычках гражданская миссия Европейского Союза в Армении. О чем это говорит? Это говорит о том, что они туда прибыли, во-первых, надолго, во-вторых, для того, чтобы вытеснить оттуда Россию, и в-третьих, даже, может быть, главным образом, спровоцировать новый конфликт. Почему? Потому что если не будет конфликта с соседями, ну, в данном случае с Азербайджаном, да, в Армении, не будет конфликта и не будет, значит, причин и поводов для присутствия гражданской или военной миссии европейских структур или там каких-то других стран на территории Армении. Вот в чем. Вот почему невыгодно таким странам, как, ну, откровенно скажем, в данном случае, понимаете, в глазах Азербайджана уже Соединенные Штаты, они утратили некое доверие, что Азербайджан уже не может полноценно доверять и рассматривать Соединенные Штаты как, значит, посредника, не заинтересованного в исходе дела, не про армянско настроенного посредника. А если, значит, посредник так называемого, ну, переговорном процессе, хотя Азербайджан не призывал Армению, призывает до сих пор Армению, что в принципе никакие посредники не нужны. Два соседа, неужели не могут договориться? Тем более, что уже давным-давно, в принципе, все понимают, где какие границы проходят. Главное, их надо сейчас зафиксировать, задокументировать. Естественно, и путем демаркации, делимитации и, значит, заключения соответствующего мирного договора. Ну что ж, спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо. Азиар Мамедов, кандидат юридических наук, к нам подключался. Сегодня, 31 марта, азербайджанский народ чтит память жертв геноцида азербайджанцев 1918 года. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась соответствующей публикацией. Извлечение уроков из истории, предотвращение повторения подобных кровавых событий и прекращение безнаказанности преступников – чрезвычайно важны с точки зрения оценки возможностей достижения мира в регионе в нынешний постконфликтный период. На протяжении всей истории радикальная Армения, использовавшая все доступные методы для проведения этнических чисток азербайджанцев на их родных землях, в марте-апреле 1918 года совершали беспощадные расправы над ними. В этой связи предотвращение реваншизма в Армении
во многом зависит от руководства этой страны, а также международного сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с 31 марта, днем геноцида азербайджанцев. Геноцид, совершенный армянскими бандформированиями против мирных азербайджанцев 31 марта 1918 года, является одной из самых кровавых страниц истории Азербайджана. 106 лет назад в этот день армянские дашнаки и большевики с особой жестокостью убили свыше 70 человек в Баку, Шамахе, Губе, Ереване, Зангизуре, Карабахе, Нахчеване. Мартовская резня 1918 года была подготовлена и осуществлена на основе политики расовой дискриминации, этнической чистки радикальных армянских националистов по отношению к азербайджанцам. Прошло 106 лет со дня трагических событий, выпавших на судьбу азербайджанского народа. Геноцида, совершенного армянскими дашнаками. По своей жестокости и масштабу геноцид 31 марта может считаться одной из самых кровавых трагедий в истории не только Азербайджана, но и всего человечества. В этот день, в 1918 году, армянские дашнаки и большевики совершили невиданные зверства в отношении азербайджанского населения в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчеване, Лянкеране, Гянджи и других регионах страны. С особой жестокостью были убиты свыше 70 тысяч человек, в том числе женщины, дети, старики, сожжены села. Армянские вооруженные формирования стерли с лица земли в Бакинской губернии 229, Гянджинской губернии 272, в Зангезурской губернии 115, в Карабахе 157 сел. В 1828 году, после переселения армян на территории Азербайджана и всего Южного Кавказа, в 1828-1830 годах, а также в начале 20 века, произошли столкновения между армянами и азербайджанцами. Были совершены массовые убийства азербайджанцев армянскими вооруженными группировками в определенных районах. Но те события, которые произошли, начиная с марта 1918 года, можно охарактеризовать как геноцид. С марта 1918 года армянские бандформирования сначала в Баку, а потом в других районах Азербайджана совершали невиданные зверства. Бакинский совет, фактически контролировавший в то время власть в Баку, играл в этом процессе ключевую роль под руководством Степана Шаумяна и объединял всех, кто был причастен к геноциду. В результате геноцида, совершенного в 1918-1920 годах бандитскими отрядами, возглавляемыми ненавистником всего тюркского мира и азербайджанцев Андроником Азаняном, большая часть населения западного Азербайджана, территории нынешней Армении, примерно 565 тысяч человек, были зверски убиты или изгнаны из земель предков. Армянские бандиты разрушили многочисленные объекты культуры, национальную архитектуру азербайджанцев, школы, больницы, мечети и другие памятники истории. В документах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством Азербайджанской Демократической Республики, отмечается, что 3632 мужчины, 1771 женщина и 956 детей были зверски убиты во время нападения армян на 58 населенных азербайджанцами сел Шамахинского уезда в марте-апреле 1918 года. В результате армянского вооруженного нападения в течение первых 5 месяцев 1918 года в Губинском уезде с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел. Захоронение, связанное с губинским геноцидом, было обнаружено 5 апреля 2007 года при проведении на этой территории земляных работ. 18 сентября 2013 года состоялось открытие созданного на этой территории губинского мемориального комплекса геноцида с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Совет дövründe tabii ki tarih tarif edildiği için в связи с тем, что в советские времена история была сфальсифицирована, эту правду от нас скрывали. Долгие годы бандиты, пролившие кровь азербайджанского народа, их проклятые имена указаны там. Шаумяны и им подобные преподносились нам как герои, считая, что это большая трагедия, так как многие годы элементы, которые с беспощадностью чинили зверства против нашего народа, в советской истории представлялись как герои. В их честь устанавливались памятники. Только в период независимости мы восстановили истинную справедливость.
Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено днем геноцида азербайджанцев. Азербайджанское государство предпринимает все меры для полного доведения до общественности страны и мира правды об этом преступлении. Подписанное президентом Ильхамом Алиевым в 2018 году, накануне столетия геноцида, распоряжение служит именно этой цели. Этнические чистки, геноцид и другие преступления против человечности, являющиеся составной частью проводимой Арменией политики этнической ненависти и нетерпимости в отношении азербайджанцев, продолжались и в течение 30-летней военной агрессии против Азербайджана. Но сегодня Азербайджан доказал всему миру, что на территории страны больше не будет места армянскому сепаратизму. 44-дневная война 2020 года положила конец оккупации Карабаха Арменией, а антитеррористические мероприятия локального характера 2023 года привели к полному искоренению этого понятия. Жаля Гусейнова, CBC. В освобожденном от оккупации Ходжалинском районе проходит церемония захоронения жертв Ходжалинского геноцида. Найденные останки 7 человек захоронят на аллее героев города Ходжалин. Все подробности у моей коллеги Пяри Дунья Малиева. Она к нам подключается. Здравствуй, Пяри. Здравствуйте, Ли. Да, ты верно ответила. Мы находимся в городе Ходжалы, где проходит церемония захоронения жертв Ходжалинского геноцида. Отмечу, спустя 32 года в освобожденном от оккупации Ходжалинском районе было обнаружено массовое захоронение. В результате проведенной судебно-генетической экспертизы удалось идентифицировать личности 8 человек, чьи останки были найдены здесь. Так, 27 марта в Баку предали земле останки Акифа Махмудова 1962 года рождения. Его похоронили на кладбище поселка Джейран-Батан. И сегодня здесь, в Ходжалы, захоронят останки остальных 7 людей, убитых также во время Ходжалинской трагедии. Это уроженцы Ходжалинского района. Алиев Агали, Алиева Сурая, Салимов Хазар, Салимова Тамила, уроженцы города Ханкин, Джавадов Али, Исмаилов Исмаил. А я напомню, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над мирным населением. В ту ночь 2500 жителей Ходжалы, оказавшихся в кольце блокады, пытались спастись, двигаясь в направлении города Ахдам. В людей, мирных жителей, стреляли в упор. Их подвергали страшным пыткам. Они были убиты с особой жестокостью. Среди них были дети, женщины и старики. Это массовое истребление азербайджанского народа. Это преступление против всего человечества. Геноцид. Ходжалинский геноцид. Одна из черных страниц в истории всего Азербайджана. У меня на этом все. Телли. Спасибо. Спасибо большое. Пяри Дунья Малиева подключалась к нам. Гражданская миссия Евросоюза в приграничных районах Армении может со временем превратиться в очередную военную базу США. Этот вопрос, по сообщению СМИ, будет главным на трехсторонней конференции США-Армения-ЕС в Брюсселе. Эксперты говорят, что деятельность Вашингтона на Южном Кавказе представляет серьезную угрозу для всех стран региона. США пытаются контролировать страны, находящиеся в сфере своих интересов, посредством размещения там своих военных баз. На эти цели Белый дом ежегодно выделяет миллиарды долларов. В целом, по данным международных СМИ, Вашингтон создал по всему миру более 600 военных объектов. Американские военнослужащие разбросаны по разным континентам. Военный эксперт Александр Перинджиев уверен, под влиянием США находятся десятки стран. Их Вашингтон использует в угоду личным интересам. В этот раз роль американской пешки выполняет Армения. Соединенные Штаты Америки давно мечтают о том, чтобы создать военную, прежде всего, антииранскую инфраструктуру вблизи границ Ирана. Однако Азербайджан никогда не стремился, чтобы у него были какие-то иностранные базы, тем более НАТО. Соединенные Штаты Америки нашли, так сказать, слабое звено, прежде всего в лице Армении. Тем более, что Армения
граничит с Ираном. Задача Соединенных Штатов Америки, понятно, прежде чем создавать такую антииранскую военную инфраструктуру, сначала, конечно, США хотят, чтобы из Армении были выведены все российские воинские подразделения. С проблемой наличия баз США вокруг своей территории уже столкнулись Россия, Китай, Иран, Турция и другие страны. В общей сложности за пределами Соединенных Штатов базируется около 300 тысяч американских военнослужащих. В Белом доме уверяют, что их деятельность направлена лишь на обеспечение собственной обороны. При этом Вашингтонская администрация не уточняет, какая именно опасность для штатов существует за тысячи километров от США. Американские военные базы – серьезная угроза и для Южного Кавказа, уверен военный эксперт Александр Перинжиев. Все эти базы, которые стремятся США, да не только США, там и Франция, в общем-то, тоже пытается влезть на Южный Кавказ, вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта между, прежде всего, Арменией и Азербайджаном. Кстати, официальный Баку и официальный Ереван практически в шаге были от подписания мирного договора, но в этот момент как раз и, как мы говорим, влезли прежде всего Франция, ну и там где-то и маячит за их спиной или Соединенные Штаты Америки. Но задача, наверное, снова поджечь Южный Кавказ, способствовать возобновлению боевых действий между Армении и Азербайджаном. Если начнется война, да, на Южном Кавказе, то это, конечно, также ударит по национальным интересам Российской Федерации и в определенном смысле экономическим интересам. США, считает эксперт, используют в своих целях НАТО под предлогом защиты своих интересов. Американцы увеличивают количество военных баз вокруг стран, которые считают неугодными. Военную базу США скоро может превратиться и так называемая гражданская миссия Евросоюза в приграничных районах Армении. Именно этот вопрос, судя по сообщениям СМИ, будет обсужден на предстоящей конференции ЕС-Армения-США в Брюсселе. Европейские наблюдатели находятся на армянской территории с февраля 2023 года. Срок их полномочий составляет 2 года. Однако на днях представители миссии получили статус дипломатов, а это означает, что они признаны неприкосновенными. В России на официальном уровне уже заявили, что главная цель европейской миссии – передача США разведывательных данных о Москве, Тегеране, Анкаре и Баку. В Кремле подчеркнули, что соответствующие доказательства у них уже имеются. Шамистан Мамедов, CBC. Евгений Михайлов, политолог, к нам подключается. Здравствуйте, господин Михайлов. Здравствуйте. Ну, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией определенно, как мы видим, здравствуйте, да, определенно мирный процесс между Азербайджаном и Арменией стал поперек горла некоторым силам на Западе, которые на словах поддерживают вроде бы усилия сторон, ну, а на деле делают все для того, чтобы не допустить мира на Южном Кавказе, опять же заставляя следовать в этом русле и Ереван. Все-таки какие цели преследует Запад? Ну, нужно изначально понимать, что миссия Евросоюза – это разведчики, это шпионы для Запада, для Соединенных Штатов Америки. И 2 года для этой миссии, видимо, даны только для того, чтобы подготовить базу, опорную базу для возможной базы НАТО, скажем так, которая будет там организована. Ведь с момента организации европейской вот этой миссии Армения резко усилила антироссийскую риторику, стала требовать, ну, по крайней мере, общественные организации стали регулярно проводить митинги в районе российской военной базы Гюмри с требованием вывести военных. Потом же потребовали и дали уже сроки о выводе пограничников с аэропорта. Сейчас уже есть такая информация, что они хотят убрать пограничников российских с территории, которая граничит с Ираном, в районе Зангезурского коридора. Ну, то есть, как бы они все делают для того, чтобы как бы Запад плотно взял под опеку Армению, естественно. И вот все вот эти вот телодвижения, они, конечно, не направлены
на подписание мирного договора, это очевидно. И, на мой взгляд, Баку необходимо готовиться к худшему. Ну, в плане того, что уже заявлены массовые передвижения армянских военных в приграничных территориях. Они делают определенные, как они сами пишут, ротации. Это не подготовка ни к чему, но я думаю, что они просто действуют по указанию западных партнеров, потому что Франция через Грузию регулярно поставляет вооружение в Армению. Армения заморозила свои отношения, свое участие в ОДКБ, при этом ЗЭС как бы ее устраивает. То есть получать деньги и плевать в Россию, это нормально. Ну, будем смотреть. В любом случае, Россия и Азербайджан как бы имеют союзнические договора, и, скорее всего, совместными усилиями будут предприниматься определенные действия для стабилизации мира в регионе. Потому что очевидно, что Западу нужен конфликт у границ России. Здесь же еще Азербайджан, который пока не добился всех поставленных задач. То есть взятие, возвращение Карабаха, это да, это все случилось. Сейчас же еще вопрос открытия Зангезурского коридора, невыполнение Армении обязательств по демилитации, демаркации границы, возвращение тех сел, о которых также было договорено в 2020 году, когда Россия являлась гарантом подписания соглашений. В общем, Армения затягивает процесс, при этом милитаризируется и все время говорит о том, что мы хотим, мы мечтаем подписать мирный договор, и обвиняет Азербайджан в том, что он не готов подписать мирный договор. Хотя я наблюдаю за дипломатическими выступлениями именно Азербайджана и Армении, и мне есть с чем сравнить. А бессмысленные, непонятные отговорки армянской стороны и оговорки, и четкое выражение позиции Азербайджана. На каких условиях и когда? Азербайджан готов хоть завтра подписать мирный договор, если будут выполнены все те условия, которые уже были согласованы Армении. Так что здесь никаких проблем и Азербайджан не видит. Проблема в самой Армении и ее партнерах. Спасибо, спасибо большое за ваш комментарий. Евгений Михайлов, политолог, к нам подключался. Азербайджанский народ на протяжении истории неоднократно подвергался этническим чисткам со стороны Армении. 32 года назад, в период Первой Карабахской войны, массовая резня азербайджанцев была проведена в селах Малыбейли и Гушчулар. В ходе этих событий, имевших место 10-12 февраля 1992 года, армянскими незаконными вооруженными формированиями, напавшими на села Малыбейли и Гушчулар Шушинского района, их население было фактически истреблено. Села Малыбейли и Гушчулар располагаются в гористой местности на плато близ административного центра района города Шушан. В 1988 году в этих селах, как и в Ходжалы, были размещены около 1500 азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель на территории нынешней Армении. С началом Карабахской войны эти села стали основными целями армянских вооруженных формирований. С октября 1991 года село Малыбейли было полностью окружено, и единственным выходом из него был воздушный путь. Но 28 января армяне сбили последний вертолет, летевший в Шушу. Жители Малыбейли потеряли всякую надежду на спасение. Осажденные со всех сторон, они оказались в беспомощном состоянии. 10 февраля вооруженные силы Армении атаковали Малыбейли. Все его население пыталось бежать в село Гушчулар, где их также поджидали армянские головорезы. В результате дома азербайджанцев в этих селах были сожжены, а население вырезано оккупантами. Люди были практически безоружны. В Малыбейли и Гушчулар оставались в основном пожилые люди, дети, женщины. Враг атаковал их со всех сторон. Целью армянских боевиков было полное уничтожение населения обеих сел. Поэтому они изолировали эти населенные пункты друг от друга.
Пожилые люди, которые оставались в селе, были убиты. Некоторые погибли в дороге, пытаясь спастись. Похоронить их так и не удалось. Армянские националисты, веками бредившие идеей Великой Армении, на разных этапах истории предпринимали попытки осуществить свои планы за счет захвата азербайджанских земель. При этом они не гнушались ничем, совершая этнические чистки, вырезая мирное азербайджанское население. В марте 1918 года отряды большевиков, состоящие в основном из армян и возглавляемые Степаном Шаумяном, назначенным в свое время главой Бакинского совета народных комиссаров и в чьих руках тогда находилась власть над Баку, устроили геноцид над азербайджанцами. Главной целью армянских дашнаков и большевиков, устроивших геноцид в 1918 году, было сломить волю азербайджанцев. В ходе кровавых тех событий 106 лет назад Бакинский совет во главе со Степаном Шаумяном направил основной удар на мирное население, пытаясь путем насилия и создания страха подчинить людей своей власти. Доказательством преступной политики Шаумяна являлась его позиция относительно созданной Бакинским советом следственной комиссии, призванной расследовать насилие над мусульманами в регионах Азербайджана. Комиссию тогда возглавлял большевик Кожемяка, признавший Степана Лалаяна виновным в осуществлении военной операции по уничтожению азербайджанцев Шамахы. Лалаян был арестован, однако спустя считанные дни по решению Шаумяна комиссия Кожемяки была распущена, а сам Лалаян отпущен на свободу. Террор против азербайджанцев был осуществлен не только в Баку и прилегающих районах, но и в Карабахе, Зангизуре, Нахчеване, Ленкиаране и других регионах Азербайджана. С этой целью Шаумян поддерживал связь с главарями армянских банд, совершавших насилие в западной части Азербайджана, в частности с Андроником Азаняном, виновным в массовом истреблении азербайджанцев в Нахчеване, Шаруре и Зангизуре. Мартовские события 1918 года окончательно подорвали авторитет большевиков среди азербайджанского населения и одновременно значительно укрепили социальную базу национальных сил. Армяне совершили массовую резню не только в Баку, но и в Шамахы, Лянкяране, Губе, Нахчеване и во многих других городах Азербайджана. Учинение данной резни в нескольких городах страны имеет прежде всего политический характер, поскольку основной целью армян была этническая чистка азербайджанцев, а также создание так называемой Великой Армении в регионе Южного Кавказа. Массовое истребление азербайджанцев, предотвращение распространения идеологии тюркизма и азербайджанства – все это политический акт, совершенный армянами. После создания Азербайджанской демократической республики расследованию мартовских событий 1918 года было уделено особое внимание. С целью доведения правды об армянских зверствах в отношении азербайджанцев Совет министров АДР 15 июля 1918 года постановил создать комиссию по расследованию мартовской резни. Комиссия исследовала как последствия мартовского геноцида, так и тяжелое преступление, совершенное армянами на территории Ереванской губернии. Именно тогда, 31 марта, было объявлено траурным днем. И именно тогда события 1918 года получили четкое определение – геноцид против азербайджанского народа. Материалы чрезвычайной следственной комиссии и сегодня имеют особую значимость, поскольку их сбор и хранение были осуществлены государственными органами. Данные шаги, предпринятые Азербайджанской демократической республикой, первая в истории попытка дать политическую оценку бесчинствам армян и продолжающейся более века оккупации азербайджанских земель. Однако в результате падения АДР завершить работу в этом направлении не получилось. События марта 1918 года и то, что произошло, было проявлением политики Дашнак-Ситуен. В резне мирных азербайджанцев приняли участие около 4000 вооруженных отрядов этой партии. Народ и государство Азербайджана должны постоянно работать в этом направлении, чтобы весь мир увидел истинное лицо армянского фашизма. Все это важно с точки зрения политико-правовой оценки преступного деяния, доведения фактов до мирового сообщества и разоблачения армянского вандализма и армянской лжи.
В советский период геноцид, учиненный армянами против азербайджанского народа в марте 1918 года, был представлен как гражданская война. За 70-летний период существования Советского Союза геноцид азербайджанцев так и не получил должной исторической оценки. После восстановления государственной независимости Азербайджана появилась возможность представить объективную картину исторического прошлого народа. Азербайджанское государство предприняло все необходимые шаги по донесению до мира правды о мартовском геноциде. Целенаправленная деятельность в этой сфере началась после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане. Указом общенационального лидера от 26 марта 1998 года 31 марта вновь была объявлена днем геноцида азербайджанцев. Сарвиназ Гаджалиева, CBC. В Турции начались муниципальные выборы, в ходе которых будут избраны мэры 30 крупнейших городов. По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании примут участие почти 61,5 миллиона избирателей. Но все подробности у моего коллеги подключается Турал Асади из Турции. Турал, здравствуй. Здравствуйте, Ли. 8:00 утра по местному времени по всей территории Турции стартовали муниципальные выборы. Мы сейчас находимся в Стамбуле, именно на территории школы, где ожидается, вот с минуты на минуту прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он проголосует именно здесь, вся пресса здесь в ожидании. Он должен уже скоро прибыть сюда. И я отмечу, что на всей территории Турции проходят муниципальные выборы. 81 провинции, 30 мегаполисов, и за пост мэра в Стамбуле борется 49 кандидатов. Это самое большое количество кандидатов в рамках муниципальных выборов в Турции, которые сегодня стартовали с самого раннего утра. И 16-миллионный Стамбул, конечно же, является главнейшим как экономическим, так и, можно сказать, политическим городом для страны, и здесь действующий глава мэрии Экрем Имамоглу уверен в том, что он вновь одержит победу в рамках данных муниципальных выборов. Кандидат от правящей партии справедливости и развития АК партии Мурат Курум также выдвинул свою кандидатуру, и есть также уверенность со стороны правящей партии, что именно их кандидат сможет одержать победу, и спустя 5 лет правящая партия сможет вернуть себе ключевые города, в частности Стамбул, Анкару, Анталию, Мерсин и ряд других городов. Я, как и отметил, Стамбул является, можно сказать, наряду с Анкарой и другими городами наиважнейшим по данному вопросу городом. 49 кандидатов борются за пост мэра города, и с 8:00 по местному времени выборы уже стартовали. Свыше 61 миллиона граждан имеют право воспользоваться, могут воспользоваться своим правом голоса и проголосовать за своего кандидата. Выборной процесс продолжается. Ранее Ахмет Йенер, глава Центра избиркома Турции, заявил о том, что к этому часу пока не зафиксировано каких-либо негативных случаев, и выборной процесс продолжается. Он же завершится в 17:00 по местному времени. В ряде городов и в восточных провинциях Турции выборной процесс завершится в 16:00. И сегодня, если какой-либо из кандидатов не сможет набрать необходимое количество голосов, то может состояться второй тур голосования. Тем не менее, каждый из кандидатов, каждый из 34 политических партий, а также независимые кандидаты уверены в том, что именно они смогут одержать победу и в последующие 5 лет смогут возглавить муниципалитеты городов Турции. Конечно же, это очень важная политическая борьба для жизни для Турции, и каждый из граждан, который имеет право голоса, конечно же, считает своим долгом прийти в избирательный участок и проголосовать за своего кандидата. Я
Как я ранее отметил, в 8:00 по местному времени голосование стартовало и завершится в 17:00, а мы здесь находимся в Стамбуле и ожидаем президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, который здесь воспользуется своим правом голоса. Талин, на этом у меня пока все. Спасибо, спасибо большое за информацию. Турал Асади подключался к нам из Стамбула. Главы МИД Египта, Франции и Иордании призвали к незамедлительной реализации в секторе Газа всех временных мер, одобренных Международным судом ООН, в частности, к обеспечению доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Министры потребовали от Израиля ввести в эксплуатацию все наземные контрольно-пропускные пункты на границе с Газой, чтобы увеличить объемы поставляемой туда помощи в соответствии с резолюциями, принятыми Совбезом ООН. Наилучшим вариантом возвращения мира и стабильности на ближний Восток главы МИД Египта, Иордании и Франции назвали реализацию принципа сосуществования двух стран Израиля и Палестины. Министр иностранных дел Египта Самих Шукри встретился 30 марта в Каире с главой МИД Франции Стефаном Сежурне и с руководителем внешнеполитического ведомства Иордании Айманом Сафади для обсуждения ситуации в секторе Газа. Министры призвали к выполнению всех временных мер, определенных Международным судом ООН 26 января и 28 марта текущего года, в частности, к обеспечению незамедлительной, беспрепятственной и безопасной доставки гуманитарной помощи во все районы палестинского анклава. Выступая на совместной пресс-конференции, иорданский дипломат заявил, что с нехваткой продовольствия в Газе можно справиться за короткое время, если Израиль откроет наземно-контрольно-пропускные пункты для доставки гуманитарной помощи из Египта и Иордании. Что мешает поставкам продовольствия и медикаментов в Газу? Это политическое решение Израиля, который решил использовать голод в качестве инструмента. Международные организации заявляют, что это катастрофа, когда более миллиона палестинцев сталкиваются с нехваткой продовольствия. Но другая опасная катастрофа – это то, что мировое сообщество не может остановить Израиль от убийств в Газе. Организация Объединенных Наций ранее предупредила об угрозе голода в северной части сектора Газа, где более 300 тысяч человек оказались в ловушке за боевых действий. Более половины населения палестинского анклава, то есть около 2 миллионов человек, могут столкнуться с голодом уже в июле этого года. Международные агентства по оказанию помощи отмечают, что продовольствие, доставляемое в Газу морским путем, не может удовлетворить потребности людей. Они призвали Израиль разрешить доставлять больше помощи по суше. Глава МИД Египта Самих Шукри заявил, что все страны, являющиеся членами международных организаций, несут ответственность за гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Мировое сообщество несет ответственность за соблюдение принципов, по которым существует международный консенсус и которые стали доминирующими в нашем современном мире. Мы настоятельно призываем страны мира, обладающие возможностями, содействовать с нами в разрешении проблемы голода в Газе. Международный суд ООН несет ответственность за признание наличия обязательств в своих решениях и прибегать к уставу ООН в случае несоблюдения его положений. Существуют международные механизмы, но это зависит от сторон, которые имеют возможность работать над их исполнением. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн подтвердил, что Париж выступает против любого израильского наступления, в том числе на город Рафах на юге сектора Газа, где укрываются более миллиона палестинцев. Единственным способом вернуть мир и стабильность на Ближний Восток главы МИД Египта, Иордании и Франции сочли реализацию принципа двух стран и создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года. Министры подтвердили, что продолжат совместные усилия по реагированию на гуманитарный кризис в Газе и призывают Цахал и Хамас немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве и освободить всех заложников. Эльвин Абдуллаев, CBC. Число эвакуированных с затопленных территорий в регионах Казахстана превысило 11 тысяч человек, по данным МЧС страны. Операции по спасению жителей проведены в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и других областях. Среди эвакуированных свыше 5 тысяч детей. Несколько тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. По информации МЧС Казахстана, на контроле находятся 40 размывов автодорог, включая 4 моста. С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь.
акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах чрезвычайной ситуации оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений. Президент подверг резкой критике действия правительства и глав областей за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. Токаев выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Ну, к этому часу у нас пока все. До встречи в следующем выпуске.